Добрый день, мои уважаемые зрители, зрительницы, если такие есть. И вот сегодня я решил заснять ролик о дорогах Комсомольска, блин. Потому что это, ну, тема уже наболевшая просто, короче. Вот сейчас ушлепки, которые всю задробили, блин, проезжую часть. Просто негде двигаться. И движение практически одностороннее. При этом на самокате я сейчас шел вот по обочине, даже выехать невозможно, потому что при ограничении 40 тут, идешь 40, ушлепки несутся 60-70, и тебе пиликать начинают, то есть нарушают все, что можно, короче. То есть, а проехать по крайней левой просто невозможно, то есть все заставлено. Если так вот выйти, глянуть, блин, начать, вот, сплошная, да, заставлена и туда машина. Ну и в итоге, короче, свободы для движения нет. Вот сейчас вроде рассосалось, мне надо-то проехать всего две остановки. Ну, не получается. При этом поставить свой лайбу в дом они не могут, они ставят вот. Причем, опять-таки, организация дорожного движения. То есть могли поставить гаишники знак, что остановка запрещена. Стоянка, тем более. Ну, остановка, ладно, а стоянка. Ну, не, нихера. Поставили бы знак, собирали бы штрафы, блин. Потому что улицу расширять это невозможно, да и не надо. Ну и вот смотрите, сосны пожухлые от этого выхлопа. Вот они все засохшие. Все, в общем, грустно. Ладно, пробую двигаться дальше. Может, доеду. Ну и буду снимать про дороги. Я тут еще в пару мест должен съездить. И походу сниму вот сюжет, потом отмонтирую. Будет, наверное, интересно. Если со мной ничего не случится, конечно.